Но мне почему-то кажется, что казахская элита совершенно не заинтересована в гражданской войне, кровопролитных бойне и распаде страны с отделением от него Северного Казахстана. Тем более, что из России уже звучат недвусмысленные угрозы и ультиматумы. Мне, например, поразил совершенно просто чудовищный по своему такому чванству, я бы так назвал, ультиматум Маргариты Симоньян, когда она потребовала от казахов перейти на кириллицу, там и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, такие вот голоса из России звучать вообще не должны. Потому что казахское общество это услышит как безусловную попытку интервенции и захвата Казахстана. И это самая главная угроза, которая есть в этой ситуации. Действия России ни в коем случае. Я надеюсь, что российская власть что она это понимает. И что эти звучащие голоса, там, Симоньян или Жириновского, это все-таки, скажем так, маргинальные достаточно звуки на этом общем фоне. Потому что казахи воевать не боятся. Это народ воинов, это народ мужчин. Если они будут, и уже такие голоса раздаются из Казахстана, воспринимать силы УДКБ как силы оккупационные, то, я думаю, ничего хорошего в этом не будет. Никакого ограниченного контингента не хватит, и никакой миротворческой операции не получится. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!